один из запросов, который прислали ранее, Тамара. Будет ли в Израиле нормальное правительство, которое в первую очередь заботилось об интересах государства и народа? Не будет. Пока мы этого не сделаем на другом уровне, на истинных законах природы. И покажем этим пример всему миру, и тогда мир поймет, для чего существуем евреи, еврейский народ, для чего вообще существует вообще такое образование интересное, почему он нас ненавидит, потому что мы не показываем ему правильный пример существования. И тогда только мы придем к правильному взаимодействию со всем миром и к миру. Пройдите по ссылке, чтобы посмотреть полную версию и записаться на получение новостей о предстоящих вебинарах.